купила орхидею по оценке. На 2 недели я удаляла ее на карантин, но спустя 1 неделю вернула, потому что не обнаружила насекомых вредителей. На пересадку решилась, потому что было много гнилых корней. В первую очередь удалила цветоносы. Нашла торфяной стакан и тоже его благополучно удалила. Все хорошенечко счистила, обеззараживаю ножницы. Приступаю к обрезке гнилых корней. Обрезаю все сухие черные корни. Если корни зеленые, а кончики черные, черный кончик обрезаю до живой ткани. Обязательно счищаю остатки старых листьев. Тут может поселиться грибок. Делаю раствор фитоспорина. Развожу в теплой воде 2 мл на литр воды. Замачиваю на 15-20 минут. Даю корням просохнуть и обрабатываю места срезов углем. Для грунта замачиваю кокосовые чипсы и мелкую кору в фитоспорине. Черные места на шейке точечно обрабатываю средством Максим. Не увеличивайте дозу, потому что может вызвать ожог. Устанавливаю орхидею и заполняю грунтом. Грунт влажный, поэтому полив будет через 2 недели.